Департамент містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Сумської обласної державної адміністрації утворений у 2014 році. В його склад входять управління архітектури та містобудування і управління ЖКГ. Нині департамент налічує 36 фахівців. Його очільником є Володимир Чубук. Пане Володимире, ви нове обличчя в Сумській обласній владі і одразу вам дісталася, напевно, найважча справа – це ЖКГ, містобудування, архітектура, тобто такі проблемні зони. Які пріоритети сьогодні ви вже для себе окреслили, хоча достатньо нещодавно ви на цій посаді? Я не вибираю для себе пріоритети, тяжело чи легко. Я привик робити свою роботу, і неважно, я на цій роботі, якщо тяжело, я набираюсь самого дорогого. Це безцінний опыт, який приобретається путем довгих каких-то ошибок, які можна потім исправить, але для себе опыт не приобретеш, не упираясь на ошибки и не сталкиваясь с какими-то проблемными вопросами. Поэтому для меня ЖКХ, архитектура, местобудование довольно новое в моей работе именно. Но я приехал сюда работать и постигать, вникать и набираться бесценного опыта. Ну, при цьому ви вже, звісно, маєте якийсь досвід. В якій сфері цей досвід, і чи можете ви його використати сьогодні? Я довгий час работал в строительстве, потом у меня был период, когда я работал в Министерстве экологии, набирался опыта экологического. И на сегодняшний день, работая в ЖКХ и сталкиваясь с проблемными вопросами, которые связаны не только с жилищно-коммунальным хозяйством, а и с проблемными вопросами, с проблемными районами, которые сталкиваются в том числе с экологическими проблемами, я на сегодня готов к решению и этих вопросов. Все ж таки, Сумщина для вас – це новий край, і ви тільки, мабуть, знайомитеся з якимись болювими точками, але вже якусь мапу для себе дорожню маєте, куди йти, що робити, ось ці болюві точки ви для себе визначили? Не повірите, я за 2,5 месяца, если это о чем-то вам скажет, на сегодняшний день я сделал уже дважды, прошел на своем автомобиле техосмотр. Это примерно 30 тысяч километров, объеханных именно по Сумской области. Поэтому, а что касается карты, вот одна, то, о чем мы говорили с вами ранее, это полигоны твердых отходов. И вторая, красными флажками отмечены это именно те проблемные участки и зоны Сумской области, которые действительно нуждаются, на сегодняшний день остро нуждаются в том, чтобы брать и в первую очередь необходимо заниматься этими объектами. И поэтому я могу вам сказать, что на сегодняшний день мы занимаемся как минимум 3 проблемными и очень сложными объектами. Это Липова долина, занимаемся полигоном, мы занимаемся на мой взгляд, самый большой и проблемный объем работы – это в Ромнах полигон. Я, как вы заметили, я человек новый, но для меня актуальность проблемы Ромнов сегодня существует на первом плане, потому что то, что, возможно, мы столкнемся весной уже с проблемами, с проблемой экологической в Ромнах, мы хотим ее предотвратить уже сегодня. Поэтому мы много времени занимаемся решением этой проблемы. Я дважды был в Киеве на выставке, общался с инвесторами с Франции, общался с инвесторами со Швейцарии, которые готовы приехать и углубленно заниматься вопросом полигона в Ромнах. Работаем. Наскільки якісно сформований ваш департамент? Чи допомагає він вам у цій справі? Чи ви ще будете набирати собі команду? Команда, вакантні місця є. Вакантних місць на сьогоднішній день 8, якщо я не помиляюсь. Команда в ЖКХ работает отменно, то есть все люди, которые работают, люди не новые, люди знают, с чем они сталкиваются, люди знают проблемы ЖКХ, люди работают именно в своей отрасли, люди-специалисты. Поэтому, с архитектурой у нас чуть потяжелее на сегодняшний день, но мы планомерно идем и плавно, и планомерно идем к
к той цели, которую мы наметили. Буквально вчера мы обсудили вопрос с новым человеком в ЖКХ, который будет заниматься именно по образованию эколог, и который будет заниматься именно экологической частью работы в департаменте. А в архитектуре есть небольшие проблемы, те, о которых я вам сказал ранее, ну, они решаемые. Я думаю, что к декабрю месяца, к Новому году, 14 декабря мы планируем объявить конкурс на замещение вакантных посад в департамент ЖКХ именно в отдел архитектуры. Будем работать, наберем людей, квалифицированных специалистов, потому что архитектура на сегодняшний день в области, ну, мягко говоря, хромает. Из 27 архитекторов района имеют архітектурне образування 6 всього, остальні – строїтелі і інженери-строїтелі. Я, з вашого дозволу, повернуся до інвестиційного проєкту, який дасть Бог, все ж таки реалізується. Наскільки, на вашу думку, сьогодні, у тих умовах, в яких існує наша країна, реально завести інвестора на такий проєкт, як полігон? Я хочу вам сказати следующее, що реально завести, но для того, чтобы заводить инвестора, нужно создать им климат, в котором они могли бы работать. На сегодняшний день я вам могу сказать, что в Сумской области затверджена программа экономичного и экологичного развития Сумской области. Это первое. Депутаты утвердят план заходов, и мы готовы по ним работать. То есть формально этот разработанная комплексная программа формально она дает право заводить инвестора, и в ней разработаны первоочередные заходы, задачи, которые должны выполнять, в том числе и районная, областная громада. Инвестор должен заходить уже на разработанный план, и не отступая от этого плана, если отступает, то в сторону улучшения. Ви назвали нормативну базу, яка необхідна для того, щоб залучати інвесторські кошти. А що ще вам потрібно? Все ж таки ви людина не сумська. Чи будуть підтримувати ті проекти, які будете пропонувати ви, наприклад, наші депутати, наш депутатський корпус? Все ж таки корпус у нас залишився старий. Депутати – це представники громади. Прежде всего, если я сумею их убедить в том, что это прежде всего делается для людей, которые, чьи интересы они представляют, то они сами заинтересованы создать тот инвест-климат, в который прежде всего не только инвестора там, с другого региона, с другой страны, с другой области будут заходить. Прежде всего им будет интересно и самим поучаствовать в какой-то инвестиционной программе. Мы буквально в пятницу на прошлой неделе были на заседании в областном совете у Николая Алексеевича Клочко, и очень остро поднимался вопрос, что в Сумской области есть спилка предпринимателей Сумской области, и они готовы влаживать деньги в инвестиционные программы. Берите, вкладывайте. Для вас созданы все климатические условия, для вас созданы. Берите, выберите для себя цели, задачи, сделайте план для них и реализовывайте. Вам же никто не мешает. А со стороны меня, как функционера государства, я вас поддержу полностью. Я первый, кто пойдет в областной совет, и первый, кто будет выступать и защищать вашу программу, если она будет именно для улучшения жизни населения и жителей Сумской области. Департамент у вас достатньо серйозний, і питання інвесторів – це все ж таки питання недалекого, сподіваюся, але ж майбутнього. Питання сьогодення – це опалювальний сезон, економія газу і енергозберігаючі технології. На сьогоднішній день в Сумській області працюють всі 100% котелин. Наші діти, люди, які приходять в лікарню лічитися, мы не допустим того, чтобы люди, которые приходят в больницу лечиться с переломом руки, уходили оттуда с двухсторонней пневмонией из-за того, что какой-то из чиновников решил сэкономить и сделать себе галочку на этом. Не получится. Должно быть четкое соблюдение нормативно-правовой базы. А это соблюдение температурного режима. И, к сожалению, в нашей стране на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что газа нет.
Да, есть перспективы, да, есть заключенные договора. Но на сегодняшний день мы имеем здесь и сейчас. То есть газа нет. Давайте экономить, давайте. Есть масса вариантов, как можно сэкономить. То есть если вы видите, что вы выходите из лимита, берите, отправьте детей на выходные, на каникулы, но не морозьте их никоим образом. На вашу думку, регіон зможе без проблем перезимувати? Сумська область на 44% перейшла на твердотопливні котли. Я думаю, це більше половини всіх, всій Сумської області. Чуть менше половини всій Сумської області. Тому я думаю, що проблем не буде. Тим більше, що лісове господарство має, по-моєму, якщо я не помиляюсь, в районі 17 тисяч кубов запаса дров твердої породи. Да нет, наверное, проблем. Ну, проблема есть только в том, что некоторые из чиновников не совсем отдают себе отчет в том, что это проблема общегосударственная, ее решать нужно совместными усилиями. И надо создать интерактивную базу жилищно-коммунального хозяйства. То есть мы будем видеть в режиме онлайн, что происходит в системе в целом. Пока по цепочке от жителя дома дойдет до квартального, от квартального до мастера ЖЭКа, от мастера ЖЭКа до директора ЖЭКа, от директора ЖЭКа, который разведет руками и скажет: «Ой, это же надо заявку написать». А все делается в течение 3-4 минут. Экономия часов, да? Да, экономия времени и прямое обращение. Это всегда, которое убирает кучу параллельных звеньев, которые не всегда ответственно отнесутся к своей работе. То есть, ага, 5-15, не, я уже это делать не буду. А давай уже завтра, не получится. Есть на сегодняшний день в связи с началом отопительного сезона. Даже сейчас у нас находится дежурный в выходные даже дни. Это горячая линия? Горячая линия, да. И почему не сделать это в общем формате? Для того, чтобы любой житель мог внести электронное обращение, и которое не удалишь, не скажешь, что не было обращения. Невозможно его проигнорировать. Оно есть зарегистрировано, ему есть присвоенный номер, и его нужно обработать. И не получится так: «Ой, ну я не заметил». Так не бывает.